А вот про изобретение helicopters, вертолетов, spinning dreams. Их тоже разрабатывали? Они же не то, что там упали. Вот помните Карлсон, который живет на крыше, он уже как-то летал. 1950-60-е годы летали со скоростью... 5 человек могли летать, 5, со скоростью 210 км в час. Опять же, видите, helicopters Air Mega. Ничего от России не вижу. Вот, Сикорский, Игорь Сикорский. Значит, о нем, ну, он родился в Киеве, учился в Киеве, потом эмигрировал в Америку, учился в Америке. Вот, пожалуйста, молодец. Сбежал, между прочим, от большевиков. Если бы большевики не пришли к власти, может быть, он такой самолет изобрел бы в России. Но от вас же все сбегают. Вот еще 1937 год, German designer, немец. Тут у нас кто? Тут у нас head, смотри, над головой такой дизайн, прикольно. 1930-е годы. Frenchman, George Sablier. Прикольно, да? Люди вот думают, как полететь. Самостоятельно взял и полетел. Прикольно. А вот portable planes. Brazilian pioneer Alberto Santos Dumont. Tiny, номер 19, monoplane. Вот видите, тут столько всего интересного разрабатывают люди. Бразилия, представляете? А вы нет.